новостям спорта. В Мирном прошли соревнования по бильярду. Открытый турнир при поддержке спортивного комитета города собрал 9 лучших игроков. Спортсмены показали настоящие трюки с кием. По результатам турнира четверо сильнейших спортсменов отправятся на республиканские соревнования. Подробности игры в сюжете коллег. В бильярдном зале приглушенный свет, идет открытое первенство города по бильярдному спорту. Слышны только шорох специального мела, которым натирают кий, и удары шаров. В минувшую субботу в Мирном прошли соревнования по игре «Комбинированная пирамида». Правила просты: побеждает первый, забивший 8 шаров. Большой вес стола нужен для безопасности самих спортсменов, чтобы он не перевернулся, когда игроки выполняют сложные удары, практически ложась на него. При этом используют настоящие трюки с кием, шарами и специальным приспособлением, которое ласково называют «тещей». В 2015 году бильярд претендовал на включение в список олимпийских видов спорта. Он менее травматичен, чем, скажем, футбол, хоккей, бокс или борьба, но при этом позволяет держать мышцы в тонусе, тренирует меткость и координацию движений. Спасибо тому человеку, кто придумал этот бильярд. Очень тонкая игра. Здесь эта игра развивает ум. Бильярд – это классика. Очень, очень хорошая игра. Играйте в бильярд. Открытый городской турнир по бильярдному спорту в Мирном проходит уже 5-й год подряд при поддержке спорткомитета. Здесь разыгрываются путевки на республиканские соревнования. Уровень спортсменов, конечно, сегодня возрос, и на массовости это очень сильно отразилось. У нас сегодня всего 9 человек участников, но это все сильнейшие городские спортсмены. Бильярд не шахматы, здесь думать надо. Эту шутку бильярдисты повторяют с неизменным удовольствием. С еще большим демонстрируют технику и мастерство. Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».